Вот он. Опа, ну ты дай. А что ты говоришь, мам? Фул HDR. Ребята, мы все по большому, нас все по большому счету. Наверное, новая чемодана, наверное, стоит еще новая. Новая камера? Ну а как? Фул HDR. Игорь, мы будем сегодня ехать или будем говорить? Вот теперь мы будем ехать. Негативная реакция. Да. Вкусно нет, но интересно. В смысле, вообще, я... Нет, я говорю, что просто бывает, знаешь... Остается. Короче, как русская рулетка, понимаешь? Какие красивые места начались. Я хочу сказать, Игорь, что можно было бы здесь поставить машины, тоже очень хорошо. У меня есть такой один знакомый. Видимо, это источник, но в нем нет воды. Прокручивается колесо. Кто туда поднимется? Сейчас я вам покажу, как садится. Вот сейчас Фил покажет. И ничего не буксует. Вот так, вот. А это спуск был у Фил. О, Марусик сейчас заедет, вот покажет вам, как надо. Ух ты! Ура, Марусик, первое место. Со значительным отрывом. Володя вдохновленный. Еще круче. Марусик, ты с нами или ты против нас? О, Марусик на кармеле там натренировалась. Ага. Крутая какая. Классненький. Нам травиночка будет мешать. Она могла жить. А нам надо прилечь. Так. Помните, старые фотки были? И руку на... Улыбочко! Стоп, надо ехать? Ну, надо ехать, Йоник, что делать? Надо ехать! Уже мы пора. Приехали, чтобы ехать, ну... Уже пора! Все было с ночи подготовлено, ребят! Ага! Попались! Я говорил, что вот там ехали, надо было ехать. Я же предупреждал! И думает, поставил новую покрышку и думает, я один тут проеду. Да, вот как ты думаешь, как вот так? А я налево. Если я не приду живым, то не посчитать меня капиталистом. Вот так, это тут быстро едет, едет дольше. Да, медленно потом поднимается. Прикалывались на нем, да? Ладненько. Дерех говорим Белеват. То есть для мужичков. Мы идем. Могила одного из праведников. Что к чему здесь? Здесь он лежит. Лежит очень давно уже, между прочим. И все в порядке. Тихо лежит. Ну и что тут? Что мы тут имеем? Мали ты мед кола альют или? Да. Мази, ты каши, а? Круто. Пошли! Что терять? Ничего себе подъемчик. А нифига мы туда въехали, да? Угу. А как поднялись хорошо, а? Ну, где саламандра, Лёня? Там гусеные три лягушки там все, да? Да, да. Фига себе. И не бояться же. А это, смотри, какая красивая, прям зелененькая. Сейчас. Ой. Даже поцеловать, вдруг превратится. Да, да. Кто-то вот. А, вот.
Вот тут они поквакают. И может тебя поцеловать? Вон она здесь лежит, вон она. Игорь, ну ты говорил, что можно будет воду пить. Я смотри, я за последствия не говорил. НГВ, как ли говорим? Банот зарахнули мы. А, источник, посмотрим, что от него осталось в это жаркое время. Привет. Ребята, тут можно искупаться. Так, ну что, девушки? Йоник, что-то не слышно энтузиазма в твоем голосе. Какая-то обреченность, да. Это уж силовый уже. Сейчас левее должны быть столики где-то, ребят. Послали гонца. Нет, нам нужна цивилизация, батенька. Этот номер вам не пройдет. Обещали столики, обещали цивилизацию, цивильность. Что мне куст пустыни, который был сейчас? Ну, слушай, столиком. Вы там помните, какая? Да-да-да, все под него залазят. В следующий раз фраг, пожалуйста, с бабочкой. Круг замкнулся, я так смотрю. Чего мы ждем? Я вас уже снимаю. Так куда мы едем? За ними. Так они все сюда. Они приедут. Сюда сейчас приедут. А, да? Да. Нормальные герои всегда идут во вход. Ты говоришь, все в моих руках, так будет. Все в моих руках. Моих? Как ты меня газировкой будешь угощать возле машины? Я же забыл, слушай. Все, Йоня, ну тебе конец. Надо же, да? Полы подпали, а верх номер. Дети у него там! Погоди, погоди, не отпускай. Подожди, дай сфотографирую. Это у нас был. Сейчас он посветлеет. Йоник, ты его на белое запусти. Все заняты хамелеоном, уже никто кушать не хочет. Короче, можно это дело запустить в Диор. Где, у кого горелка? А ты у нее будешь, это, опахала где? Опахала, отгоняла. Отгонять? Отпугала! А даже ничего, я тебе Ты не поймаешь, весь июль делается ради этого. Я с 10 утра ною. Вадим все время, где уже, когда уже будем где кушать? Где столики, ну? Я, можно сказать, ради этого приехал. Мама! Отлично. Получается, машина ехали, но все ночь катались. И под утро моя машина, она умерла. Перечислять с моей машиной. Вторую машину, говорит, сиди, покатись, мы тебя потом... Там тебе помощь, я помчажу. 6 часов утра, 7 часов утра, 8 часов, начинает жарко уже быть. Ну, мы так уланты были. Вижу сбоку, где-то метров 200 пролетает нагмаш. Пролетел, вдруг обратно возвращается. Что ты здесь делаешь? Я говорю, как что? Я сижу, жду. Он говорит, ты знаешь, что ты все катаешь, сейчас через 15 минут открывает огонь здесь, ты понимаешь? Назаль, говорит, если я тебя случайно заметил. Я говорю, а что ты делаешь? Он говорит, ничего, говорит, уезжай. Как же я уеду, машина не работает. Он мне цепи привязал к этому нагмашу. Я знаю, что это... Я был еще, знаешь, что это нагмаш. А там, кстати, не классно. Там вообще сил просто поднимает. А мы как медведи по нему.
я не привезу, так это уже... Было не просто хорошо, было классно. Ребята... Молодежь! Так, что у нас на первое? Ёник, пирог хочешь? Конечно хочу. Давай ножик тогда. Даром ничего не получишь. Ничего так. Дисциплину. Сказать одно и то же слово разными интонациями, как можно больше. У меня такое впечатление, дисциплины никакой, что мы сегодня целый день едим.